Красноярске наградили победителей 4-го фестиваля снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири». В конкурсе принимали участие 28 команд из нескольких стран, например, таких как Китай, Литва, Индия. Несколько дней на арт-набережной они создавали свои композиции. В итоге жюри выбрало 3 победителей в основных категориях – снег, лед и приз зрительских симпатий. Им вручили медали, грамоты и кубки. Все участники отметили суровость сибирских морозов. Возможно, именно поэтому некоторые конкурсанты создавали скульптуры на тему лета и солнца. О, мы посвятили композицию теплой зоне Республика 2. Для вручения специального приза. Мы пока хотели показать природу, ландшафт южных степей нашей родины.